Доброе утро, дорогие друзья. Утро сегодня смурное. Солнца опять же не будет. Поэтому мы с вами сегодня будем делать побродилку. Начнем мы ее с того самого места, где мы еще с вами ни разу не были. Здесь вы множество раз были. Тут мы с вами и ходили. Цветочки собирали. И вот это дерево, где я персики и листочки персиков добывал. О, кстати, они уже растут, смотрите. Ага, надо же. Так я вот времени не замечаю нынче. Если раньше с Ричардом мы ходили каждый день, я каждый день видел изменения. Утро, обед, вечером. То сейчас, ну хорошо, вот я последнее время с вами езжу. Как-то лето пролетает потихонечку. И я сегодня решил с вами сделать прогулку по ручью. Мы с вами не были, я тоже давно там уже не был, уже ничего не помню. Но я думаю, должны быть какие-то интересные места, где можно будет что-то поснимать. А в обед придет моя касочка строительная, и мы поедем искать стройки. Договорились. Встретимся-то у моста. Итак, мы движемся в сторону мостика, который этот ручей пересекает. И видим тут, что-то на тракторе выписывают кренделя вокруг камушков, вокруг всего. Чтобы покосить траву. Тяжело ему приходится. Он сразу и засасывает, у него там этот бункер есть. Трава не остается практически. Итак, мы с вами вступаем на территорию неизведанного, да? Ну ладно, я-то знаю, вы нет. Вот наш ручейчик. Маленький такой, но славный. Так, это мост. Я думаю, вот здесь тоже, если принести штативы, сейчас и без них, то можно что-то такое нафотографировать. Там далее дачные участки. Вот это вот ячейная полоса. Тут, в общем-то, тоже. Я ни разу тут не встречал начальников, скажем так. Так, это над нами автобан, то есть автострада. И мы идем через этот мост. Тоже, кстати, очень много граффити, может получиться неплохой, интересный снимок. Тут водятся выдры и утки. Но берега здесь илистые, поэтому мы туда не пойдем, а пойдем мы дальше с вами. Слышите, как шумит? Тут можно найти такое запущенное, заброшенное место. Где-нибудь. Вот. Примерно такое.
Далее тоже есть такие живописные уголочки, где можно будет дрончик поснимать. Вот, очень интересный такой мост, фактурный, скажем так. А? И вот сюда можно дрон пропустить через эти перилки и сверху снять. Должен быть интересный снимок. А, это колясочка. Магазинная коляска, то есть из Реви мы видим, из магазина Реви. Так, ну-ка, да, конечно, выломали. То есть ставишь туда евро, умыкаешь тележку, потом выламываешь оттуда свою несчастную копейку и бросаешь. То есть такая тележка, ну, будет стоить, скажем так, около 300 евро. Ну, это делают как раз ребята, те, которые сюда приехали, чтобы кормили и защищали. И вот там очень интересное дерево. Тоже можно будет там что-то посмотреть. Рабочий день. Естественно, полно транспорта. Народ работает. Вот это левая сторона. Но она слишком цивильная для меня. Поэтому мы с вами пойдем по правой стороне. Этот порт называется Аугсберг. Но я скажу вам, я ошибся. Здесь две стороны. Вот она эта сторона. И не видать, чтобы она слишком цивильная была. Вот наш ручей. Ну что, слева или справа? Пойдемте справа. Направо пойдешь. Куда попадешь? Это посмотрим, куда мы попадем. Направо. Так, интересно, что там асфальтированная дорожка, здесь не асфальтирована. Ну, тем лучше, пошли. Я надеюсь, что где-нибудь есть мост. И мы с вами обратно возвращаться будем через этот мостик по другой стороне, более цивилизованный, да? Хотя не факт. Асфальт мог быть только до половины. Это, скорее всего, детский садик. Не скорее всего, 100% детский садик. Огромный выгул у них тут. Они прямо там из своих комнаток здесь выбегают и играют. На маленьких, допустим, такая группа, как у моего внука, 2 года. На 5 человек один воспитатель. Вот. Он за ними глаз и глаз. И он с ними играет. Ну, представьте, каково хорошо малышу, что с ним постоянно занимается взрослый человек. И поэтому у него есть самые любимые воспитательницы. Они даже не знают, что это воспитатель. То есть я спрашивал дочь, спрашивал, говорю, ну вот он знает, что это воспитатель. Нет, они как друзья у них, они называют их по именам. Вот, допустим, у него любимый это Денис и ICC. ICC это Анна Софи, а Денис это французское имя женское, там Денис Е стоит. То есть там католическая садик, католический, и там одни белые малыши бегают. Я видел фотографию. Это такая необычная фотография в наше время.
стоят 10-12 пацанчиков, и все белые, беленькие, голубоглазые. Ну, чисто орички. Так, идем дальше. Сейчас мы свернули с протоптанной тропы и пошли по более мелкой. И правильно сделали. Вот тут очень хорошенькое такое место. Тоже для фотографий. Кстати, интересно, что здесь в первый раз Ричард залез в воду, а завела его негодяйка Лена, которая только красовалась, никогда его щенка бедного не подпускала. Ему был год, а ей было два. И она считала его щенком, и он первый раз из-за нее прыгнул в воду. Потом заработал лапами и вылез вот там, вот из этих кустов. Вот, а вода еще холодная была в феврале. Думаю, ну вот, блин, вот такие женщины подлые. Да, о, там бурунчик есть. Тоже интересно, можно было подобраться, наверное, как-то. Сейчас посмотрим, если можно. Ну, нет, значит, нет, у меня есть фото с бурунчиками. В общем-то, ну-ка. Нет, как-то недоступно, там грязь. Ну ладно, мы с вами теперь натурфотографы, плевать, пойдем грязь. А, вот и мостик, прекрасно. Вот знаете, что интересно, я уток не вижу, должны были быть. Так. Не такой живописный, но он есть. Так. Бурунчики оказались позади. Ну, вот тут есть, и вот тут вот есть сход. О, это место я помню. Тут Ричард со своим друганом Максом резвились, друг друга в воду сталкивали. Вот все мне напоминает, конечно. Почему я долгое время не решался сюда ходить. Ну вот тут тоже можно вот на красиво над водой, вот на против вот этих камней, как текстура. Тоже пойдет хорошо. Пошли дальше. Тут стало побольше. Уже тропинка. Это значит, что мы скоро выйдем на ровную поверхность. Да, вот можно высоту симулировать полета вот с такого места запросто. Интересно, сколько мы уже идем? Сколько километров? Думаю, немного, километра два, целых три.